Вкусный и нежный паштет из печени, который станет прекрасной альтернативой для быстрого завтрака или перекуса в течение дня. С салом паштет получается намного сочнее и вкуснее. Сало надо брать свежее, не соленое и предварительно сняв с него шкурку. Сам рецепт на самом деле довольно прост, и приготовить паштет из печени с салом очень легко в домашних условиях. Печень можно использовать свиную или говяжью. У меня сегодня вариант с куриной печенью. Печень 450 грамм, у меня куриная. Сало 70 грамм, свежая. Морковь 1-2 штук. Лук 1-2 штук. Мускатный орех 3 щепотки. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Количество порций 8-10. Подготовьте все ингредиенты. Сало без шкурки, нарежьте кубиками и выложите на сухую сковороду. Вытопите жир на небольшом огне. Добавьте нарезанный произвольно лук и морковь. Обжарьте все вместе до мягкости овощей. Затем добавьте нарезанную кусочками печень. Обжарьте периодически, помешивая на сильном огне 5 минут. Затем огонь убавьте, накройте сковороду крышкой и тушите еще 5-7 минут. В конце добавьте соль и специи по вкусу. Измельчите содержимое сковороды блендером или при помощи мясорубки. Готовый паштет из печени с салом охладите в холодильнике, а затем его можно подавать к столу. Приятного аппетита!